Здравствуйте! В данном видео рассмотрим португальскую памятную монету номиналом 25 эскудо, выпущенную Лиссабонским монетным двором в 1986 году и посвященную вступлению Португалии в Европейское экономическое сообщество, которое трансформировалось в 1992 году в Евросоюз на основании подписание Маастрихтского договора. Монета отчеканена из медно-никелевого сплава тиражом 4 миллиона 990 тысяч штук. Имеет круглую форму, рубчатый гурт, монетное соотношение сторон, буртики на аверсе и реверсе. Вес монеты 11 граммов, диаметр 28,5 миллиметров. На аверсе в центре поля изображен малый герб Португальской Республики. Надпись по кругу в верхней части словосочетания заглавными буквами на португальском языке «Республика Португальская». Слова разделены точкой. Внизу указан номинал монеты в виде десятичной дроби, разделенный значком эскудо вместо запятой. Слева и справа от номинала стилизованные изображения цветов. На реверсе монеты изображен некий плетеный узор, природу которого мне, увы, раскрыть не удалось. Видимо, он олицетворяет какое-то единство, вероятнее всего, единство европейских стран. Данный узор занимает практически все поле монеты, оставляя лишь левую и верхние части. Именно в этих частях расположена надпись по кругу заглавными буквами на португальском языке «Португалия, Европа», разделенные 5 бизантами, древними византийскими монетами, являющимися одним из символов Португалии. Под словом «Европа» указан год вступления Португалии в ЕС, 1986, являющийся также годом чеканки данной монеты. Слева от года изображен знак монетного двора Лиссабона. После слова «Европа» изображен знак автора дизайна данной монеты. Изображение монеты сделано с монеты из собственной коллекции. При подготовке данного видео использованы материалы португалоязычной и русскоязычной Википедии, сайта ucoin.net и стандартного каталога мировых монет 20 века Краузе 46-й редакции. Всем желаю удачи в пополнении коллекции. До новых встреч!